Продолжаем общаться с лидерами продуктового рынка. Это World Food 2022. С нами представитель компании AgriFood Сергей Ключников. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, о вашей продукции, чем вы занимаетесь. Компания «Агриволга», торговая марка «Угличеполя», органические продукты. В этом году нашей компании исполнилось 15 лет. Мы одни из первых, кто на российском рынке занялся производством, именно производством органических продуктов. И мы достигли довольно-таки значительных результатов по объемам, по ассортименту, ну, именно с точки зрения органиков. Если нас сравнивать с индустриальными производствами, мы небольшие. А если среди органиков, мы, наверное, одни из самых больших. В нашей компании работает более 1000 человек. У нас свои земля. У нас свои животные, причем животные очень разнообразные. То есть это молочные коровы нескольких пород, это мясной КРС, которые дают нам элитное мраморное мясо, это овцы. У нас два своих завода. Один завод занимается производством молочных продуктов, один завод мясной делает, выпускает колбасы, полуфабрикаты, элитное мясо. Сергей, скажите, а как вы готовились к сегодняшней выставке? Возможно, как-то компания хочет расширить линейку продукции, ассортимента? Мы всегда работаем над расширением продукции. И одним из главных, наверное, на сегодняшний день новинок, который у нас является, это козоводство. Полтора года назад мы привезли из Европы швейцарских коз, тагенбургских, начали их разводить. Буквально на днях прошли сертификацию сертификат на разведение животных и сертификат на производство сырого молока. Сейчас из этого молока мы начали выпускать линейку продуктов. Это молоко питьевое и это несколько видов сыров. Эти продукты еще подлежат сертификации, поэтому знаком органика еще не отмечены, но я думаю, что это вопрос всего лишь нескольких месяцев. А так у нас довольно-таки широкая линейка, представлены мы в собственных фирменных магазинах в Москве Organic Market Угличеполя, и мы плотно сотрудничаем с крупными ритейлерами. Это Азбука Вкуса, это X5, ну это почти все федеральные сети, которые на своих полках выставляют органические продукты. У кого есть полки фермерских продуктов, у кого есть полки здорового образа жизни. Вот наши продукты представлены вот где-то широко, где-то узко, но они есть везде. Сергей, расскажите, пожалуйста, о награде. Раз она такая большая, за что вы ее получили? Получила компания, получила 1000 человек за долгий труд. 15 лет, которые мы занимались производством на всех этапах без химии. Земля, животные, переработка, полка магазина. Ну, линейка, продукты очень вкусные. Наверное, лучшим рекламой может служить то, что сотрудники, которые работают у нас, они идут в свой магазин и покупают те продукты, которые они сами выпустили. Лучшей рекламы не существует. А органические продукты, если сравнивать с другими, они дороже приблизительно в 1.5-2 раза. И человек, который работает на производстве, идет, покупает то, что он сделал сам своими руками. Лучшей рекламы быть не может. Соглашусь. Ну и в финале хотелось бы спросить о каких-то итогах сегодняшнего мероприятия. Есть ли они какие-то промежуточные у вас? Для себя мы открыли следующее, что еще не все нас знают. У нас состоялись новые контакты. Можно отметить то, что очень много было потенциальных клиентов из регионов, которые хотят, чтобы у них там на Урале, за Уралом, в Сибири продавались органические продукты. И, соответственно, здесь стоит вопрос логистики, ну, которые решаются. То есть, например, на сегодняшний день самый дальний покупатель у нас из Хабаровска. Мы осуществляем логистику до Москвы, а дальше уже самолетом они сами везут в Хабаровск. Ну а самое широкое распространение наши продукты имеют в Ярославской области, там, где мы их производим. Москва и Санкт-Петербург. Ну, несколько меньше, но тем не менее тоже присутствуем на рынке.
Спасибо большое, Сергей. Тогда желаем вам успехов в узнаваемости бренда. Очень здорово, что сегодня были удостоены высокой награды. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно. Это лучшая награда. Это самая лучшая награда, самая высшая награда в мире органики на сегодняшний день в России. Большое спасибо.